Всем привет! С вами Дудана Скетч. Мы сегодня распаковываем июньскую акварельную коробочку Watercolor Box с акварелью, которая была посвящена защите природы. Мы ее делали совместно с фондом дикой природы. Часть средств уже ушла к этим ребятам в помощь тиграм, коалам, китам и всем тем животным, с которыми они сейчас работают. Ну что ж, давайте откроем крышечку волшебной коробки акварельной и посмотрим, что же там было внутри. Первое, что мы с вами видим, это альбом для акварели Arch. 300 грамм, здесь 12 листов, фактура фин, отличная бумага, она профессиональная, это 100% хлопок. С ней вы всегда можете быть уверены, что у вас точно акварель будет вести себя так, как она должна себя вести. Вот. Отличная бумага. Мы ее сегодня обязательно протестируем на чудесной ботанической иллюстрации в таком легком абстрактном стиле. Будет очень интересно, так что обязательно оставайтесь. Будем смотреть, как использовать эту бумагу на практике. Так как коробочка была посвящена природе, то мы с вами будем вносить свой вклад в природное равновесие, природную гармонию. Мы будем с вами сажать вот такую красивую декоративную траву. Она будет расти у нас на подоконнике. У вас на подоконнике и у нас на подоконнике. Внутри вы найдете такую инструкцию. Вы можете подарить жизнь творчеству и помочь взрастить себе креатив, потому что, поверьте, мы у себя в офисе уже взрастили несколько таких чудесных горшочков с травой, и наблюдать за тем, как она растет, это сплошное удовольствие. Здесь небольшая инструкция, все очень предельно ясно, просто и понятно. Внутри вы найдете специально подготовленную землю, специальный набор семян. И в инструкции будет написано то, как все это нужно использовать. Так, положим это пока сюда. Что у нас с вами дальше? После того, как мы разобрались со шуршащей бумажкой, которая защищает всю вашу посылочку от того, чтобы в ней ничего не куда не уезжал и все приехал к вам в целости и сохранности, мы с вами видим следующее. Карандаш Брунзил Дизайн Графит, графитовый карандаш, ластик Дервент, мягкий удобный ластик. Мы с вами видим белую гелевую ручку. Можно использовать в акварельной иллюстрации белую гуашь или белую акварель. В принципе, мы решили в этом месяце положить белую гелевую ручку, потому что она достаточно удобна для каких-то скетчей. Вот, также для расстановки бликов или убирания каких-то небольших помарок, которые у вас есть. Что мы видим дальше? Мы видим кисть синтетическую от Рублёв, серия 1S15, номер 2. Как мы и обещали, никаких кистей из натурального ворса в этой коробочке не лежит. Все кисти – это специально подготовленная синтетика. Все белочки соболя и каланхи остались в целости и сохранности. Здесь мы видим кисть номер 8, это тоже Рублёв, серия QF10. Белка-имитация, то есть это тоже синтетика. Эта кисть, честно вам скажу, она моя любимая. Сейчас я ее достану и расскажу вам почему. Ну, во-первых, потому что с точки зрения эстетики она идет в комплекте с чудесным чехольчиком, в котором ее можно потом хранить. Во-вторых, также с точки зрения эстетики она просто прекрасна. У нее лакированная ручка, которая очень удобна. Она не маленькая и не большая. У нее эргономичная форма, ее очень удобно держать в руке. У нее здесь идет французское крепление, Рублёв это называется, пленочная обойма. У нее невероятно острый кончик, смотрите. При этом, так как это специально подготовленная синтетика, имитация белки, и это фирма Рублёв, которая отличается в принципе качеством своих товаров,
Эта кисть, она практически универсальна. То есть у меня были работы, которые я, в принципе, рисовала только ей одной. В этой коробочке мы также положили кисть номер 2, да, вот эту вот синтетическую рублевскую. На всякий случай, потому что у нас ботаническая с вами иллюстрация сегодня, и, возможно, какие-то, ну, совсем мелкие детали будет удобнее прорисовать ей. Если мы не работаем с очень мелкими деталями, эта кисть для иллюстрации и живописных работ акварелью среднего размера просто прекрасна. Я сегодня покажу, как ей работать. Вы, уверена, тоже ее полюбите всем сердцем. Будете очень рады, что она попалась вам в коробочке. Так, положу ее сюда красиво. Что у нас с вами дальше? Бумажные салфетки, чтобы промакивать кисть и, может быть, очищать ваши руки. Какие-то вкусняшечки обязательно, как же без них. Художник не может быть голодным. Дальше, так как у нас, повторюсь, коробочка была посвящена природе, у нас здесь с вами идет чудесный абсолютно набор замечательных стикеров, которые также посвящены природе. Сейчас я их достану. Несколько стикеров от Doodle & Sketch. Вы можете приклеить их на свои скетчбуки, на свои иллюстрации, на свои блокноты, ежедневники. Эти стикеры все посвящены природе. Для себя, для своих детей. Мы все сегодня поддерживаем в июньских коробочках природу и защиту экологии, поэтому лепите, клейте и не забывайте о том, что мы все живем на одной планете, и мы все должны относиться к ней с должным уважением. Идем с вами дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас очень-очень много акварели. Это акварель «Белые ночи». Здесь только натуральные пигменты. Здесь идет, не идет синтетики, потому что производство синтетических пигментов очень сильно загрязняет окружающую среду. Конечно, мы прекрасно понимаем, что любое производство загрязняет окружающую среду, и синтетические пигменты, и натуральные. Да, конечно, бесспорно, мы в этих коробочках старались исключительно минимизировать вредное воздействие и помочь природе, и помочь растить осознанность каждому из нас настолько, насколько это возможно. Какие у нас здесь с вами есть цвета? Цветов очень много, из них можно собрать совершенно прекрасную палитру, нарисовать абсолютно любую иллюстрацию. Итак, какие у нас с вами в распоряжении сегодня цвета в этой коробочке? Ярко-голубая, умбражёная, венецианская красная, бордо, оливковая, шахназарская красная, бирюзовая, золотистая, кадмий желтый средний. Это то, что у нас в кветках. Здесь у нас в тубах зеленая, тициановая, это, по-моему, сепия, да, это сепия. Ауреолин и майская зеленая – это две новинки от «Белых ночей», есть прекрасная возможность их попробовать. Кадмий лимонный и сажа газовая. Смотрите, у нас есть холодные красные, теплые красные, холодные, теплые, теплые оттенки. Yeah.
до острого кончика. Острый кончик может начать царапать хлопковую бумагу и начать ее повреждать. Светлая более часть листа здесь, в этом два.